Спонсор этого выпуска – игровой интернет-магазин GMB Store. Там продаются ключи на самые разнообразные игры, а также можно испытать удачу и выиграть рандомную игру. Подробности и ссылка на сайт в описании. Бдё-бдё. Пойдем. Быстрей. Сейчас я вас как раз. Кто-нибудь... Смотри, сколько девушек. Ой, я люблю девушек. Сори. Блять, я тебя убил одним ударом. Слабая шлюха. Я тебя ножом просто изрежу. Че ты сдохла сразу? Извини. Я исчез, потому что я зареспаунился. Извини. Это кто такой, кстати? Блять, меня убил этот Викти Гиппетепер. Цезарь 211. Чё-то мне начинает не нравиться эти респауны, когда ты не можешь ничего сделать. Нет, этот чувака я его изначально испугал, он, наверное, испугался изначально тоже. Все тут испугались, я испугался. Ты готов! Испугался. О, Ричард полетел! Я лечу, Гагарина вижу! Гагарина вижу. Это Хитман, окей. Да, чё ты похерли, ты по мне ракетами туда палишь? Это была хирургическая точность. Конечно. Типа, это дерзкое видео, и ты узрел взрыв только что, потому что ты крутой. Нахер. Ага. Я нахер крутой. Я как-то умудряюсь не видеть Ричарда, я так поворачиваюсь, не умудряюсь его не видеть. Езжай по прямой, опять в тот же самый ангар. Кто-то... Пошли вон. О, туруту. Готов, туруту. Ох ёп. Я выхожу из этой ситуации. Я вымываю руки из этой ситуации, господь. А ты помнишь, когда это шло, это сраное VGX, и запустил Rockstar концерт, и там он пел, и он пел... Just a moment, please! Мне понравилось, как Хитман залетел сюда. Надеюсь, что он только не захочет нас взорвать, как тварь. Потому что меня заколебало вызывать за деньги этот тупой самолет. Он просто пускает фейерверк. Я просто, да, видишь, лечу. Я тут немного понял, что на самом деле. Че за херня? Я уже выпустил ракету, думал. Да какого хера? Сука! Хватит выпускать ракету! Так уж всегда! Это... Что я хотел сказать? Ну тебе понравилось? Мне у этого... Подскажи, это самолет или скилл все-таки? Самолет или скилл? Ну, и скилл, и самолет, но прочный корпус у него точно. Потому что та ракета, в которую нас попал, да должна... Да не, я и в других самолетах выживал. Это просто, да, если в хвост попадаешь. Но она попала, понимаешь, чувак? Ну, прям попала. Именно попадаешь в хвост. То есть, я помню, меня оторвало тупо все. У меня то же самое в GTA 4 было. А давай вот там пролетим. Давай. Ты сможешь? Нет. Давай, ты сможешь? Нет. Ну, выжили. Самолет, правда, прочный. Я не могу всплыть никак, черт. Она мне. У нее, короче, похоже, что-то случилось с мозгом, она всплыть не может. Где вы? Мы нас подобрать, надо быть здесь. Ну зато красиво, сука, хватит я бить. Заколебал! Я не вижу вас. Все ты виноват. Это ты, где вы? Мы в плесени, блядь. Ой, блин. На мозг заберете? Я чуть спуть не смог. Да, сейчас, наверное. Нет, он слишком высоко. Все, она не собирается. Уйди, блин, дура! Сама пошла нахуй, у тебя нож в руках, что ты делаешь? Я случайно взял. Вы еще ниже, что ли? Вы в воде. Ты утонул. Он, похоже, не выдержал. У него кровотечение случилось. Как забраться на эту тупую лестницу? Серьезно, как на нее собраться? Видно, она не рабочая, она видно текстурная. Да лестница просто, она визуальная. Там где-то слева должна быть. Тупая лестница. Из-за нее я убил свою лучшую подругу. О, другая лестница работает прямо. Я чувствую такой сюрприз, мадафака, и мне сверху убивает. Тухана тебе, блядь, сюрприз сделаю, сука. Смертухана пошла нахуй, блядь. Сука. Мне не нравится, как Хитман стреляет. Хитман. Не-не-не, я не буду убивать. Сколько раз ты меня уже ракету пустил? Медленно поднимается, такой я такой. Сколько раз ты меня уже ракету пустил? И Хитман такой, типа, чик-чик-чик, и поднимается наверх. Проверил, типа, эй-эй-эй, не надо. Пожар!
Пожар. 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 А Дейзи жив? Дейзи. Да, он со мной. А, слава богу, я думал, его убили. Не убивай его. Что происходит? На мост запрыгивай, нас Хитман подберет. Конечно. Хитман. А? Хитман нас еще как подберет. Ой-ой-ой. Главное, как это гагатун убил? Погоди, как ты его убил, ты его? Я не знаю, я еще полицейских расстреливал. Он меня раньше стрелял. Он жопой, короче, чувака задавил. Поехали на машине полицейских, все. Поехали. Поставьте. Поставьте, поставьте. Чисто убили так. А нет, он еще жив. Куда ты меня скидываешь? Тут много мест, придурок. Ёбаный, блядь. Блядь, ёбаный. Блядь, я не могу. Какого хуя он нас обоих выкинул? Это как он сделал, типа... Я не знаю. Крик одной шлюха вылезает. Зачем ты это уделал? Зачем это, блядь? Стойте, машину подобрать надо. Дизел... О, блин, еще чуть не задавили. Кто Хитмана зато задавили. Все тут верные. Все, его моя машина. Как будто я тебе вмазал. О, желтая, желтая какая-то. Это мое такси. А. О. Это такси, на котором я всех развожу с турбонаддувом. Давай. Дед, пута. Не сбей, не сбей. Да не собираюсь бы сбивать. Охуел, что ли, блядь? Стоп-хам, стоп-хам! Стоп-хам. Садись давай. Поехали. Ступенька. Я гранату взорваю в руках, ты взору. Не надо. Зачем? Это не моя граната была. Я пометил, где аэропорт. Меня не пометил. Окей, вот. Меня тоже пометился, пропал. А вот, блин. Что-то лагнуло как-то. Да. Стойте, сейчас давайте возьмем себя в руки. Спокойно поедем. Что происходит? Блин, вы слышите это? Пш! Это турбонаддув. Пш! А вы не слышите звук двигателя? Нет. Да. Наверное. Окей, может быть. Да. Вы слышали, значит. Мне дали 200 очков за то, что я с людьми гоняю. Ей. Налево давай. Это все, чего ты добился в этой жизни? Я водитель. А, кстати, я такой платину выбил у меня в Твиттере. Ты реально этим гордишься, что ли? Ну... Это... И вы до этого мне какую-то херню писал, я просто заблокир. Люди какие-то странные вообще, я не понимаю, зачем это писать. Я понимаю, вот я пишу какую-то лабуду, ну потому что, допустим, все-таки хоть кому-то это может кого-то рассмешить. А люди, например, ну вот, кому они это пишут? Просто так, пустоту это все. Может быть тебе. Человеку пассажиру. Ну да, думают, что меня это рассмешит, ага. Да. Забанил. Так и происходит. Только я не вызывал самолета, поэтому у нас там ничего нет. Блин. Но кто хочет, на Титане. Хотите, я сейчас это Люксор вызову, и мы все вместе полетим. Да ей! Там места не хватит. Люксор хватит, там места на 8, по-моему, как минимум. Не хватит. Да хватит, в Люксор уместимся. О, все. Блять, что? Ну мы можем не выйти. Просто много людей, понимаете? Машина не выдерживает, слишком тяжело ей становится. Она такая... И просто... Ой, не напоминай, я сейчас блевану. Реально хочется два пальца засунуть и блевануть. Вот, видите, сейчас будем шампанское распивать на моем самолете. Только, блин, никто не зажимайте лай, просто заходите. И Хитман, конечно, меня сейчас выкинет, да? Это окей. Видите, все уместились. Да тут даже больше, тут даже больше. А раньше вроде не работало. Так это Люксор, чувак, это шампанское, я говорю, тут со стилем. Что за херня там взорвалась? Я все это видел, да, я не понял, что это было. Ну, видно, для несколько человек появилось, для которых... Ребята, добро пожаловать в Гагатун Airlines. Мы... Нет, эти слова смертельные. А я думал, уже прыгать надо. Ну вот.
уберите меня. Ладно, я пойду правда на пляже. Да, тут легко сесть, не хочешь. На пляже легко, но ты не на пляже поешь. Я... Давай, вот там и оставайся. Я на пляже. А, да, ты рядом пляже, в аэропорту. Я что-то не вижу вас. Да я сейчас... Вот. Чуть правее возьми. Да. Я на посадочную площадку. Блин, мне даже показалось, сейчас вы взорветесь. Только мне надо тут сломать. А, у него забор, поэтому я говорю, надо было на пляж садиться. Окей, сейчас. На другой самолет. Тарань самолетом прям. А что это самолет? Он не сейчас. Ну понимаешь, этот самолет, он как настоящий самолет. Им сложно таранить что-либо. Вот тем бы я, может, правда бы про тарани, то что он мелкий. Он ты бегаешь, да? Да. Он сейчас реально возьмет нас еще вместо этого застрелит. Как я вас застрелю? Сейчас, стой. Погоди, мы неправильно садимся. Это знаете, как вот бывает у вас такое было, что самолет садится, а потом залетает заново, потому что он неправильно сел. Так вот и меня сейчас. Он по мне реально стреляет, мудак. Да не стрелял я. Садись, блядь. Блядь, ты его задавил нахуй. Но зато я открыл ворота, все нормально. Ты бы видел, как он их открыл. Он первый начал стрелять. Я как нормальный самолет. Вот сейчас, блядь, за заборами появится. Вот я тебе клянусь. Да, он там слева, кажется, или нет. Он еще не появился даже. Он появился. А, нет. Он там в аэропорту. В аэропорту, да. Ну до сих пор это, блядь, это ментовская тачка перевернутая. А, да, мы туда не сядем. Это дерьмо. Мы туда не сядем. Вот это, переехаем, мы тебя подберем там дальше. Окей. Блин, да это пипец, вы там гоняете. Кикас! Так, сейчас я подъеду, развернемся немного. Я чувствую себя реально настоящим летчиком. Ну, чувак из Свата стоит, что он тут делает? Флайт симулятор просто. Может, я прирежу его? Возможно, когда у меня будет достаточно денег, я буду пилотом. Он не умирает! Я бессмертного сватовца нашел, я ему под ребро три раза зарезал. Хитман, подойди сюда. Мы понимаем, что ты можешь отвлечься немного на секунду, но лучше сядь в самолет. Ну ладно, тут бессмертный сватовец был. Иду. Только, да не надо, блин! Только не дайте ему смотреть, пожалуйста, налево, не давайте ему смотреть налево. Все будет хорошо. Блять! Все, уезжаем. Take off. Prepare to take. Это значит, вы меня решили бросить? Ты нас уже бросил. Я по твоим глазам видел. Алчным. Ракетолюбящим. Я, между прочим, не видел этого. О, я могу, кстати, если нажать на кружок, посмотреть, что внутри творится от первого лица. Да я тоже могу на кружок нажать, но ты хочешь этого? Конечно. Давай трюки сделаем. Ну давай опять под мостом пролетим. Давай. Я как твой пассажир посмотрю за этим дерьмом. Я в прошлый раз понравился. На этот не те мосты, они. Мне кажется, мы не уместимся. Алло, я по рации говорю, а че мы так низко летим, блядь, капитан? А, чтоб ты больше видел, это чтобы люди... Капитан, блядь, че сзади прям пиздец, они близко. Капитан, блядь, мы че-то дорогу... Это воздушная тюрьма, я вроде... Смотри, пальмы, пальмы. Я вроде че-то... Я не вижу никаких этих кейдж... Ёбаный пиздец, чувак! Ты хоть бы сказал пристегнуться! Я же поставил значок пристегнуться, не курите значки здесь, ты, блядь, хоть... Только вот я значок понял! Вот я значок! Ёбаный, блядь, что это? Эй, все, я спокоен, я доплачу, блядь! Это что, это я кусты увидел только что? Нет, это ты насрал! Слушай, он напротив сидит, и с ним все хорошо. Оу, щит, окей. Мы летим низко. Да, я знаю. Опять. Да, полетели-то. Я не знаю, мы... Мы можем лететь, куда мы хотим, пока мы не разобьемся. Пока мы не разобьемся, мы всегда можем... О, черт! Вау! Это все нормально!
Пока мы не разобьемся, мы всегда можем... О, черт! Вау, 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 вау! Так все нормально! Вау, вау! Я так и знал! Вы ебаные все пидоры! Вы просто пидоры! Юр, слава богу, Юр. Эй, Хитман, подбери нас. Стоп, где пилот? Сразу. Ой-ой-ой, понятно, где, понятно. Я ловите самолет, ловите верт. Я же про себя спрашивал. Вот что ты взял, что я имел за себя? Все нормально, в безопасности. Я видел, я видел. Как я убил Юр? Я видел, по твоим винтам подбежал и полубило нахер. А, да я беру этот вертолет на себя. Пусть Юра сядет. Да чё, люди подбегают под винты-то, блядь! Юра, нет, Гром, сядь! Блядь, он меня убил уже. Ловите вертолет, сука, он задолбал уже, садись за так. Я не знаю. Он взорвётся. Да нет, он сел. Он балансирует, блядь. Слушай, мне раз такие не убивай его, пожалуйста. Пригласи. Самолет еще одну только уже посадку не выдержит. Да сука! Боже мой! Я не буду его убивать. Я не буду его убивать. Все, давай мы спокойно сядем. А кто-то с горочки. Да куда ты улетаешь? Не двигайся. Я подбегаю. Слушай, не начинай это, зачем ты это делаешь? Да я просто Юзи там. Мы устроили. Он сейчас его пиздит. Я все заснял! Что за хуйня? Как тут жив? Да куда он сел-то, блин? Трактор! Сука, ёбаный! Да кто шмаляет по мне? Меня задавили просто, как говно. У меня винты сломались! Ёбаный трактор просто, это трактор мудацкий. Где этот... Да блин! Не дамся мусорам! А мусоры, кстати, подъезжают. Окей. Я её убил ещё кого-то. Мусора, хуй вы. Все вы сдохнете от трактора, твари. Надо было взлететь! Эй, знаю. Поросёнок, отстой. Чё? А тебя убили? У меня патронов вообще не... А нет, есть. О, через огонь прыгаем. Я даже не поджарился. Круто. А, кто по ним стреляет? Хитман, что ли? Наверное, копы. Да, конечно, копы. У меня нет звезд, чтобы по мне стрелять. Да это они просто промахиваются, а не по мне стреляют. Один копу, конец. Ну, я не буду с тобой в одну машину. Ой, стой. Надо, можно было в багажник сесть, ну как хочешь. Сука. Ну, блин, давай поведи, я в багажник сяду. Слышь, ты куда ушел это? Сейчас, я самолет себе вызываю. Я надеюсь, они вот где-то рядом. Дизель на тракте. Никто не хочет на поезде проходить. Ой, стой, Юзи, стой. Ой, блин. Блин, меня кто-нибудь сегодня на багажнике привозит. Все, едь. Да блин, нет, еще раз. У меня сейчас две звезды из-за тебя. А ты что, сесть прям в багажник? Да, я прям вот так, все, вперед. Ну что, блядь, нет, я вып. Ничего, я за вами всеми еще вернусь. За всеми, блядь!